как розетка такая. Богдан, ты чё пристал? Я же тебе русским языком объяснила. У нас в доме закончились все конфеты. Нету больше конфет, вообще сладости нет. И вообще, чё ты пристал? Не мешай мне, видишь, я вязать учусь. Это мамина вязание. А ну отдай. И что, что мамина вязание? Вот мама придет, а я уже все связала. Только надо разобраться, что и как с этим крючком делать. Нет, а мне так хочется конфетку. Да ты вообще готов целыми днями одними конфетами питаться? Богдан, я тут вяжу, а ты меня отвлекаешь. Ты не боишься, что у тебя зубы заболят? У меня не болят зубки, ни капельки. Ну, это пока не болят у тебя зубы. Слушай, перестань выпрашивать у меня конфеты, понял? Свет, а я тебя люблю очень сильно. Свет, а ты такая хорошая. Ну, хорошая. И что? Свет, отдай мне одну конфетку, а? Ай, ну ладно, ладно. Богдан, я тебе дам только одну конфету. Одну. Ты меня понял? Понял, 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 понял. Не подглядывай. Я кому сказала? Кыш отсюда. Ого, вот это да. Ты не кричи, я же сказала, что дам одну конфетку. Держи. Так, куда же мама какая-то взялась? Тебя что, мама не учила? Сначала прожуй, потом говори. Я говорю, откуда у тебя столько конфет взялась? Откуда, откуда? Мама нам поровну конфеты дает. А я их, вместо того, чтобы есть по ночам, как это делают некоторые, я их экономлю. Ох, смотри, придется тебе к стоматологу идти. Куда идти? Потом узнаешь, сладкоежка. А еще одну косятку. Еще одну конфету? Богдан, да ты обнаглел, я тебе и так из своей заначки вытащила конфетку, а ты, обжора, хочешь еще? Фигушки! Ах, жалко. Странно, что-то она сегодня рановато. Я и конфетку не открыть, маме. Почему? Я не знаю. Ну хорошо, сейчас пойду и открою. Богдан, а ну пусти меня! Быстро открой дверь! Богдан! Потом открою! Ах ты так! Бе-бе-бе! Бе-бе-бе.
знаю. Ничего себе! Вот это да! Мои костяшки. Обожаю. Какую мне выбрать? Ничего себе! Вот это да! Ой-ой-ой! Мои конфеты! Ну, маленькая козюлька, я тебе сейчас устрою! А ну, иди сюда!